Господи, так близко мы с вами еще не были. Всем привет, это Туп, солнечная, это на проводе, сдавала тампон. Пришла к ней, говорю, ну уже вроде не страшно, уже говорю, второй раз, говорю, уже знаю как. Правда, дернулась, пришлось вторую палку сувать. Ну, одну и ту же второй раз. А, вот, достаю деньги, говорю, так, 25 евро, она 15. Я такая, опа, говорю, 15, но я не стала уже расспрашивать, почему. В тот раз мы платили 25, думаю, все, дала уже 15, 15, представляете? Спасибо вам за комментарий по поводу челки. Да, прилезали, да, слишком прилезали. Ну ладно, то такое. Говорит, 15. Я думаю, что 15? Хотела спросить, а почему в тот раз было 25, да? А потом думаю, сиди, молчи, молчи, ничего не говори. Сейчас жду, вынесут бумажку, с которой можно передвигаться. Вот, и кремом сейчас помажу руку. Она мне крема дала за бесплатно. Я для того, что сегодня прям мой день. И потом еду на, так что сегодня в Пизе будут, будут показывать же фильм. И сейчас поеду, потому что он, конечно, звонит. Как это? Ты не приехал? Я не могу прийти. Я уже что-то понимаю. Нет, я не могу прийти. Ну, мне потому что мне приготовиться надо. Мне все, я же не как он, что я встала, что он встал, помылся, оделся и пошел. Мне надо приготовиться. Но я же тетечка, женщина. Вот. В общем, в итоге сейчас кремом намажу. Так, какой-то крем она мне дала. Спасибо вам за комплименты. Да, я обрезала ногти, хотя мне еще надо будет отработать последнюю сцену в фильме, крайнюю. Но не знаю, что я буду придумывать, но я уже сама просто от них устала, честное слово. Устала. Ноготочки цвет такой сделала под волосы. Челку я знаю, что вроде девчонки пишут, челкой лучше. Некоторые пишут, челкой хуже. Фиг поймешь, зато брови прикрыла. Хотя я даже не, ну, я не специально делала, чтобы брови прикрыть. Это я уже сначала вырезала. Потому что мне мастер говорит, давай поменяемся, давай что-то новое. Вот. И я говорю, ну давай, я так спокойно к нему отношусь, давай делай уже, что хочешь. Уже после вот этих нарушенных волос, говорю, делай, что хочешь, потому что сколько там моих осталось. Осталось моих, ну, в том плане, что они попортились стейшеном. Я в них лазю, я. Если вы будете делать, себе делайте, ничего у вас не выпадет, ничего не портится. Ресницы тоже не портятся, ничего. Это я там лазю постоянно. Так. Ждем тест и едем на железнодорожный вокзал. Там будет в кинотеатре показывать фильм. Кстати, мне сегодня за волосы делали очень много комплиментов. Один раз девочка делала, когда я в салоне, около салона сидела, ждала маникюр и педикюр. И она так долго на меня смотрела, думаю, может, знакомая. Она потом это, говорит, волосы красивые. И мне несколько еще человек сделала в городе. Прям волосы красивые. Я говорю, спасибо, спасибо, спасибо. Велосипед буду сейчас завозить, наверное, в кинотеатр. Буду с ним ругаться, потому что он мне говорит, там есть где оставить велосипед? На парковке. Я говорю, не надо, мне уже на парковке Александра уже оставила около отеля. Я говорю, тем более сегодня, сегодня какой день недели, четверг. Сегодня куча народу. Вообще, еще уведут. Я говорю, не-не-не, я все с собой ношу с собой. Сейчас будем ругаться, я уже чувствую себя непривычно, как это, знаете, и тебя вылечит, и меня вылечит. Пришли мы в тот самый кинотеатр, я оставила здесь велик. Сказали, нет, не оставляйте, потому что мы не будем за него отвечать. Саша оставила велик вот здесь. Саша оставила второй раз велик вот здесь. Прошлась вот туда, в Макдональдс. Вот он. 10 минут постояла, вышла, велика не было. Я говорю, можно я его поставлю вовнутрь? Ну, не в зал, в сам зал, где сиденье, а вовнутрь, в холл. Нет, нельзя. Короче, он меня опять вывел. Как же он меня выводит? Здесь сказали не ставить, потому что здесь мы все закрываем, и мы здесь не отвечаем ни за что. Смотрите, сколько там всяких людей. Тут, конечно, вообще место. Люди, которые здесь живут, бедные люди. У меня знакомая здесь живет на железнодорожном вокзале. Темные улицы такие вообще. Я его там привязала под этой, под лестницей. Надеюсь, что будет все нормально. Green Pass меня проверили. Видите, удобно. Вышел с вокзала и пришел в пункт назначения. Что-то продают, смотрите. Билеты покупал. Я сейчас буду сидеть и думать о своем велосипеде. Это я на 8.30, а потом будет на 22 придут остальные ребята там. На 22 будет больше людей, потому что сейчас только работу в 8 закончили. О, без зеркала. Так мне привычно с этой челкой. Мне кажется, даже просвечивается мой стейшн. Три пера.
Пыли, бля. Всем доброе утро. У нас город моет. Смотрите. Да хорошо. Прям со шлангом ходит. И моет. У меня сумка. Сумка мне прям маленькая. Напихала все, что могла. Видите, мокро моет. Молодцы. Я уже опаздываю. Вроде встала и все. Переживаю, конечно. Вчера, когда мы были на открытом показе фильма, где домонтировали еще одну часть, мне понравилось уже больше. С той части, которую мы говорили, что мы хотели бы там изменить какие-то моменты, никто ничего не изменил. Ну ладно, это главное, чтобы ему нравилось. Вот. Для итальянцев это неудивительно. И что я? Сколько моя... Разлетелась, я прям чувствую, что голова стала грязная. Я еще говорю, Аля, говорю, может быть, не надо, говорю, этим. Хотел сказать, дихлофосом. Говорю, может быть, не надо лаком. На него сейчас вся пыль сядет. Не, надо, надо. Были комментарии, что он очень сильно прилизанная. Ну все. Голову мыть я самостоятельно не буду. Оно все распушится, поэтому как-то так уже, как будет. В синем платье, белый кардиган на мне был, потому что я вчера вечером замерзла, но утром сегодня тепло. Но мне главное доехать, я маску взяла, мне главное доехать до Пантедера, там меня уже будет встречать. Проводили меня вчера все ребята из фильма, Антонио пришел на костылях, он же палец поломал на конкурсе. Типа красоты, я его так называю, этот конкурс. Поломал палец в Испании. Первое место зато привез. Марина, не переживай. У меня синий мой. Мое заровское, по-моему, платье. Не переживай, вот это лучше, чем вообще ничего не делать. Поэтому, ой, какой штиль. Какая красота. Он говорит, не переживай, я тоже первый раз переживал. Я говорю, ну так а что тебе переживать-то? Говорю, жир нигде не висит, красивый, молодой, что тебе? Трусы одел и пошел. Вот. Ой, какое солнышко. Хорошая погода сегодня будет. Ай, не коронабро, но не коронабро. Я иду с этим. У меня тампон я делала. Вот здесь на курс Италии. К моему удивлению говорила, да? В начале видео, что заплатила. 15 евро, а не 25. Когда я ей выложила... деньги на стол. Говорю, ну, можешь, типа 25, она 15. И я уже ничего не стала расспрашивать, почему. Потому что за день того, как я брала запись, сказали, что будет стоить 25. Я уже рассказывала видео. И потом видела комментарий девушки, которая пишет, что знакомые, говорит, делают все за 18. Откуда у Ивановой цена в 25, потому что, как они мне сказали, что не государственная аптека в том плане, что они приглашают медсестру, и поэтому такая у них такой денежный эквивалент, потому что нужно платить медсестре. А других аптеках пока еще не брали по 15, около Пизанской башни брали 30. Так, живот стянули, лопатки соединили. Надо было бы купить воды. Если мы будем где-то останавливаться на перекус, только салат, желудок будет самой красительной, обаятельной, привлекательной. Все меня собрали, все пожелали, даже в аптеке девчонки. Марина, удачи. Уже по имени меня знают.
Я говорю, ну понятное дело. И я с сумочкой нервненько иду. Опаздываю на поезд, ну что, подождут. Без меня не уедут, учитывая, что Макс всегда опаздывает. Цветы насадили, красота. Ай, Мадонна. Бежала. Макс, который все время опаздывает на полчаса, на час. Ты где? Я говорю, билеты покупаю, а я еще только шла. Села. На следующий выхожу. Там еще будет мальчик из Рима, модель типа. Вот, и уже выезжаем все. Волосы, я даже их не трогала, но от лака. Если бы лака не заделали, было бы нормально. Я так думаю. Что такое в моей сумке нет? Чего только там нет в моей сумке? В публичных местах нельзя причесываться, это плохо. Все предыдущие дни выходила рано по делам. Ну, мне перед поездкой надо было там по своим делам все это, кремом намазано, все решить. И было все время прохладно. Сейчас одела это платье, одела кардиган, потому что я мерзну. На улице с утра жара. С утра. Это 7 утра, 7.30. На улице жара. Реально. Можно идти в шортах и может, и в кофте. Может, от того, что я просто... Ну, я нервничаю по-любому. Я не знаю, я красотка или нет. Старенькая такая, да? Так. Вот это сегодня тепло, девчонки, сегодня прям как будто летний день. Прям реально, я вам говорю. В том плане, что насколько было холодно на неделе утром. О, дядечка, у меня нету. Самой надо. Гастролерша, но мне это нравится. Я за этим соскучилась. И кто бы что ни говорил, сельский конкурс, не сельский. Главное, что ты что-то просто делаешь для себя. Понимаете? Эколо, бонжурнос. Алло. Я хочу жрать, но булки-то жрать я не могу. Который опаздывал постоянно на полчаса или на час. Если бы он сейчас меня слышал, он бы сказал, когда это было? Ждем этого модель это с Рима. И показывает на телефоне, история стоит, что он выехал в 5 утра и до сих пор нет. Этот уже бегает по железнодорожному вокзалу. Я вообще никуда не... Видите, что как раз это? Наверное, грязно. Я старалась не трогать. И убежал куда-то. Отсчитывал меня только что за вчерашний день, что я не осталась. В 22 был еще один показ фильма. Кстати, он мне понравился больше, чем первая часть, как ее смонтировали. Недоделок очень много. Ну ладно, это мы с вами понимаем. Им не понять итальянцам. Вот. И отчитывал, что все были в белых рубашках, и мы фотографировались, только аплодисментов получили, потому что на втором показе было больше людей. Но что я могу делать? У меня свои дела. Я девочка, мне надо собраться. Я не могу, как он. Правильно, он утром встал, мама рубашка погладила, мама туфли начистила, он поел, встал, сел в машину и поехал. А я наоборот, мама, мне надо убрать, глаза котам помыть, все остальное сделать. Так, ладно. Девочки. Девочки, мы на железнодорожном вокзале в городе Феррара. Я помню этот вокзал, я сюда привозила Сережу Жене. Помните? Котика сюда привозила. Женька, тебе привет. Я в твоем городе. И я уже помню, что здесь туалет, мне надо в туалет. Я уже молчу про то, что хочется пожрать, но я понимаю, что сейчас как бы желудок... У нас хотя там проплачен обед, ужин и завтрак, но мы на обед, я не знаю, если мы успеем. Мы почему здесь? Потому что мальчик проспал, сел в Риме и доехал до Венеции на скоростном поезде. Проспал, заснул.
И потом пришлось ему другой поезд брать. Где-то здесь туалет был, я помню. Боже, я тогда полдня ехала. Здесь ехать-то вообще ничего. Но он хорошо машину очень ведет. Вот он, туалетик. Челка вся грязная. Сегодня очень жаркий день. У меня кардиган висит. Велосипедов бери, не хочу. Понимаете? Гляньте, сколько великов. Ну и понятно, да, вот какое состояние, чтобы не украли, надо, чтобы вот такой вот велик был. И то сидушки снимают. Так, я беру с собой капучино и кофе, Максу. Хочется жрать. Мне надо сахара побольше. Сейчас я наемся салатика. Куда они пошли? А, они, наверное, столик ищут. Конкуренты, где мои конкуренты? Сейчас я возьму спиночки. Не говори, в этом Макс молодец. Аква натурали. Вино не пью. Это для тех, кто переживал. Женщина серьезная. Конечно, хочется жрать, но я взяла овощи в основном. Овощи, капуста, такое легкое. Столы просто, я бы сказала, валятся. Все есть на столах. И соль, и кетчуп, и майонез, и картошечку бы сейчас. Но так как сегодня дефилировать, то я не буду брать. Здесь хлебушек. Хлебушек тоже никакой. Брековки. И здесь все, ой, бурячок. И здесь все на салат, вы можете сами сделать себе овощной салат, какой хотите. То есть мне все нравится, меня все устраивает. Макс голодный, но молодец, вел машину, молодец. Ну что, мы приехали. Таленты, блядь, таланты и красота. Ну что, ну поучаствуем, а что нам? Что нам стоит дом построить? Вот так вот. Там заполняли бумаги. Писали, кем ты хочешь быть. Что ты ждешь от конкурса, кем ты раньше работал, твои даты персональные. У меня с волосами. Не расстраивайся, Марина. Я умничка была. Я так жрать хотела, набежала туда. Потом думаю, боже, вдруг кто-то с конкурса жюри сидит. Так, а посмотри, как я жру, скажет, нифига себе. Мы конкурсом не перепутались. Как у меня ноги трясутся, у меня все трясется. Я так переживаю. Переживаю, такая девочка симпатичная. Короче, все я написала. Я написала все, как думаю. Что хочу и вообще. И что думаю. Так и написала. Мой памперс, хочу жизнь свою поменять. Почему бы и нет? Почитай. Девчонки, нас заселили. Мальчики напротив, в двери они вдвоем. А здесь какая-то еще девушка будет. Ну или женщина. Обыкновенный шкафчик. Есть... Терраса, видно море, бассейн, красиво, очень красиво. У нас уже подготовка идет, блин, руки трясутся. Я так как первая зашла, поэтому я себе большую кровать выбрала. Ну а что, королева ж вечера должна спать на большой кровати. Боже, что ж у меня с чулком, ох, как я переживаю. Так, ладно, Марина Владимировна, маленький туалет, я быстренько воспользовалась, пока никого не было. Маленький тут... душевая. Так, надо попшикать. Пока раскладываю вещи, нам дали сразу при входе вот такой вот. Кто-то из вас скажет, ну зачем это такая, ну да, зачем она надо? А мне классно, мне нравится. Вот она. Новая ступенечка какая-то. Классно, красиво. Пока никого нет. Маслом трусь. Спинку натеру. Жира столько. Так, Марина, главное... Это настрой. Потряси масло и успокойся. Чем мы сегодня первый день, я не знаю, или в платьях, или в этих самых, я не знаю. Массажируй этот. Живот массажируй.